Буквально потом и кровью зареченские спортсмены зарабатывали места в команде Пензенской области по боксу. И если в силах взрослых боксеров тренеры были уверены, то на молодежь возлагали большие надежды. Особенно внимательно следили за новоиспеченным кандидатом в мастера спорта Антоном Куликовым. Неплохо выступает, но получал травмы, вот сейчас восстановился и набирает ход. То есть сегодня у него не слабый бой, то есть ему придется нелегко, но я думаю, что он справится с этим боем. Со спортсменом из Нижнего Ломова Антон Куликов боролся на равных 2 раунда. И лишь в 3-м зареченцу удалось изменить исход поединка. Юрий Черников не ошибся. Золотая медаль на первенстве области в копилке юного спортсмена. Сам Антон говорит, что победить ему помогла хорошая подготовка. Как-то боксировал уже с ним. Ну, стало так трудно с ним побоксировать. Он тоже готовился к области. И дальше буду готовиться на «Локомотив» в марте. Нелегкие бои выдались и у боксеров в тяжелом весе. Сильнейшим зареченским спортсменам и соперники подобрались под стать. В итоге Рамзан Саралиев, Павел Макаров и Николай Серегин стали чемпионами в своих весовых категориях. Зареченцы заняли 2-е общекомандное место и стали лучшими спортсменами области. Таких результатов, по словам Юрия Черникова, наши боксеры не показывали последние 2 десятилетия. Ирина Герасимова, Егор Гурин, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».